И пока, значит, народ говорит, и пьет не знает, сколько делегаций вышло. Ребята, минуту внимания, у нас продолжает. Так, меня зовут Валерия Юха, я иностранка. Значит, у меня, в принципе, новый человек здесь, но мне здесь очень нравится. Фамилию свою забудь больше. Сталина. Моя неизвестная сегодня на Римской атомной станции Александр Болгаров. Спасибо. У нас юнитер и школа. Ленинградская делегация, но мой очень рада, что дошла комсомолка до нее. Я не знала, Татьяна. У нас еще ничего не кончилось, но я уже завтрашнего дня начну скучать по вам или по вас. Писать письма начну в понедельник, телеграмму послать в среду, по возможности позднее переводы. Это брат или сын, я тут все думаю. Нет, России, за процветание России, потому что там сейчас на Украине стало немножко полегче. Вот вы все-таки воюете, вам сейчас тяжело, поэтому я хотел бы, чтобы вы здесь в России жили как можно лучше и чаще приглашали нас. А будете приглашать, мы приедем. Желательно, конечно, бесплатно. Нам очень трудно менять купоны на рубли. Мы не понимаем ваших денег, поэтому... Нам жалко купоны. Кому доверие? Рюмка такая небольшая.
А два раза можно? Не, не насыпь. Два раза будешь целоваться. 20 тысяч, да, еще за то, что... Сначала одного пьюпись. Сейчас за кофе, да, и три. После первого не закусывай. У меня родилась новая пословица. За одного питого двух небитых дают, да? Что? Я про вас. Про Вася со своими подушками орбит. Постоянно... Дай микрофон. Ты сказал, что? А говорит, что... Опять отключили. Лучше говорите. Не, а друга, когда говоришь, надо... Бери. Мама. Собака. Потом я что хотел сказать? Любимый, ты кушай? Ты выпить хотел? Андрей, дай ключи от квартиры. 20 лет в системе. Спасибо за приятное гостеприимство. Я поделаю. Ой, за системе. Приют и пельмени. Особенно за подарки. Мне понравилось. А я думал, лишний раз, думал, вот, черт возьми, вот мне это хорошо подойдет, этот подарок. Вот, вот как он решил, вот Юрий вот смотрит. Да? Ну, по-моему, надо еще верхнюю составляющую. Добрый, тот разгон, ты все это смотришь, как национальный план. Дело в том, что... Слушай, Андрей, иду по нас. Разбили недельку. У нас в комнате. У меня понедельник, прям точно вторник. Блин, они не за вас, ребят. Это самое страшное. Сейчас посмотрим. Деловой же воскресенье. Ой, кто к нам пришел? Африканы! Кроме жилет, можно снять. А кто? Мой член. Рекламирую юнит партнерский. Вот я с Чернобыльской атомной... Яна, я тебя прошу. Склад укрытия. Вот, это как грубо выражается господин Скайп. А вообще я хочу сказать, это очень здорово, что собрались все мы здесь. Вообще, как поется в песне? Из-под кайпа вышел я. Громче скажи. За вас, за всех! Из-под кайпа вышел я! Друзья, надо сказать, перед выводом на орбиту украинский спутник, нас Байконур не пускает. Выводим. Он говорит, что ему нравится очень интересно увидеть. Понятно? Человек, что ему что ли? Не волнуй. Вика, не издевайся. Эта пленка не проявляет. Эта пленка, а как не проявляет. Это красная пленка. Она просто не проявляет никак. Я не могу. Ты неправильно перевел. Страна Санта-Клаус. This is still for little boys and girls. He don't believe in Santa Claus. А why? But то есть вот я Санта Клаус больше, чем ваша.
перестань. Ну. Улетай, зайдем. Пришел. Другой третий. Блядь, вот там лежит. Она мертвая. И тут пол второго ночи. В руке? Нет, это точно. Лера, ты. А мне еще пес. Иди больше. А сейчас не включал, когда они, я вообще не включаю. Ну, нет. Давай, давай, давай. Он бильярд хуярил. Наверное, да. Нету! Дед тебя ждет! Я выхожу. Ну а что, что хочешь тебе задать? Просто подойди, главное, скажи. Не забудь ключи в комнату, говорю. Смотри, а кто ему наливал? Я просто не знал, начал звать. Да правильно, пусть идут, мы не съедим. То есть, когда он наелся, пусть идут. Бандерлоги! Северное сияние, смотри, Полетович. Да оденься. А что такое мясо, как будто бураном переехал? Я так сказал. Мы же френды. Мы вчера двух фиников зашинковали. Сегодня такая семья неплохая. Как этот парень? Как он? Да нет, да нет. Мужчины понимают, только по-английски. Конник без ноги. Я хочу дома игрышка. Вот переведи. Вот первый трудно, а второй учёный. Причём мы... Little. Саш, переводи. Уже конник маленький. Small horse. Not very large. A pencil. Да ладно! Чё ладно? Я тут тебя даже из Германии постоянно приезжаю, снимаю фильм. Ну, пошёл, Мифи там ещё одна. Андрюша, Мифи? Да, бросить пустую пачку сигарет. Конечно. Сам сказал, там Патрисий Кастро приезжает. Ваше нельзя приличное общество пригласить. Пусть Патрисий Кастро будем класть, а вы будете туда. Я вообще квартира его. Я квартирант у него. Возьми, у меня такой невеста, возьми. Таленцы, возьми. Да я он про меня. А чем ты говоришь? Ты же вспоминаешь, когда ты пьяная. Ты меня любишь. Тогда рисуешь малю. У тебя детей сколько? Один. Всего? Эй, пора, парень, замерз. Да мы же поменяли. Там еще есть кого кормить. Чего? Мы же поменяли. Да на меня сегодня западало это. Пиунья маленькая. Лика, что ли? Да. Дочь буду лаять. Ничего, они в 15. Все, все, идите чай пить, идите чай пить. Все, знаем мы ваши чаи. Парень, не увлекайся, не увлекайся. Силы оставь хоть, чаи гонять. Ну. Она обычно вот так чай заварит и тебя потом обольет. Полита, готовь мне там комнату. 1 мая. Где? Где? У меня всего 6 комнат. В каких условиях вы живете здесь? В каких двух? У меня спальник 4. Там нам мысли. Спальни мне одной хватит. Мне главное гостиницу спать. А Герасиму куда денешь? Ну куда уж, что ты Герасиму не найдешь, куда денешь? Нет, нет, она тебе глаза выглядит. А Кас куда мы положим? Она тебя любит. Любит, да, она тебя любит, точно. Я за ней пришел вообще-то, вы что, я... Так, Эд, слушай, тут мужики мучаются. Ну скажи, не надо, пусть ты там, правда, похребай оттуда, да и все, что ты... Не, мужики, вы сильно не беспокойтесь, конечно. Не волнуйтесь так, не напрягайтесь. Чего даже брата там? Не напрягайтесь. Он ест сырое так. Для меня спецзаказ, пожалуйста. Он собаку сейчас замочит, смотри. Киллер. Любимая. Там порт. Ты, кстати, знаешь, как финны делают колбасу? Нет, вот собак. И собак. Собаку двое суток не кормят. Это герой не знает, где нас содержит. Я же говорю, хватит. Нежинский огурчик.
Это песня. Ты смотри, он каждый огурчик. Как ты так быстро запоминаешь? Огурчик не неженский, а не женский. Не женский? Да. Ну не женское это дело, конечно. Ты как запомнил? С кем работаешь, Дим? А? С кем ты работаешь? На станции? Не, вообще, в жизни. А, ну я на станции работаю. На станции? Да. А, нуклеар повер, все, да. Он математик. Говорит, как это? Ну я ему покажу, типа там, ну как вот, он приходит, читает математические ребусы, разгадывает на работе шарады. Они говорят, о, сколько получает, опять спрашивают. $10. Он говорит, почему так мало? Я говорю, у него все есть. Они не верят, снова идем, выпиваем 18 бутылок водки. Немцы в говно, понимаешь, чтобы одного закрывают, он 2 дня не может выйти из квартиры. Потому что не хотят, ну что, он остался там спать. Потом он говорит, я его спрашиваю, ну что, знаешь, что это? Он говорит, да, это Чернобыльская АЭС, инженер. Я говорю, инженер, математик. А ты говоришь, что? Лобачевский. Если бы я еще показал бы Димку, они говорят, да, мы знаем, почему атомные станции взрываются. Знаем. Жалеешь? Болгаров жалеет, зэ, говорит, съездил, неудачно прошел день. Значит, не жалеешь, точно? То есть приедешь с Высокими и скажешь, нормально. На Десная надо ехать. Гарантируешь нам? Нет, Мишков, ты не болеешь. На баб западаешь наших, не болеешь, ты еще весная. У тебя в головах нет, чтобы такой день провести красиво, еще что-нибудь. Ты вот все по сексу больше. Да ты что, вас совмещаю. Меня хочется. Да, по-моему, он тебе предлагает выпить. Ну, такие люди, что ты отказываешься? Да, на все хорошее. За 2 года вперед. Одновременно. Ух ты. И перец съел, да? Целуйтесь. Только не плюй в него. У него сейчас такая отрыжка будет, целуйся в него. Так, ой, спалил. Я сейчас, Болгаров, когда банк шокирует свой «хочу», я же там, конечно, вообще дурдом. Они говорят, уже не приезжай. Уже 18. А бы что, так сказать, про нас не думал. Закрывайте двери, все.
Слушай, вот ты голос сорвал. Там то же самое, только... Потому что сейчас зал взрывается аплодисментами и приветствует команду Игнорины! Не столь накаленная. Мы приехали из страны, которая называется Литва. Там живут достаточно сдержанные люди. И... Болгаров костюм новый пошил. Достаточно сдержанный и выдержанный подарок. Дорогая Таня, мы узнали, что... Микрофон уже опустил. Это все Сервантес, и мы хотим подарить тебе какой-нибудь смерть, или слушай, что все я говорю. Белый, выйди из зала. Дорогая Таня. Внимание, внимание, я прошу прощения. Гвардия, гвардия, белого удалите. Супер, супер, да. Давай еще раз попробуем. На счет три все встают, потом садятся. Тихо, все. Раз, два, три, стали. Ой, как я приехал.
Это действующая модель. И если вот сюда добавить немного лампадного масла, она начинает работать. Внутрь нужно положить зерна. У нас в Литве вырастают... У нас в Литве растут именно вот такие зерна. Да. Это кусочки янтаря, привезенные с северного побережья моря близ города Клайпеды. Это наши слезы, да. Нет, это... Это ваши мощи. Это ваши вообще. Это аналог глаза уссурийского тигра, который по преданию съел того самого человека, который нашел этот янтарь, будучи сосланным в уссурийскую тайгу. Мы понимаем, что шкура этого тигра была бы самым лучшим выходом для того, чтобы поставить тебе его под ноги. Но поскольку тигр у нас с собой нет победности, но у нас есть собер, чья определенная мохнатость и цвет бороды вполне соответствует сюжету. Он свое тебе? Итак, слова Сервантеса, музыка народная, Владимир Собин. Вот только врач, Миша, у меня нет голоса, я буду петь душой. Работаем, то не работаем. Танечка, любой тебя встретит.
Давайте помогим, но только во время этой песни, не больше. Хорошо? Хорошо, Наташа. Непечальная, словно с темного неба сошедшая. Обручальная. Ты моя женщина. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с ней и ставай силою. И слезами, и стихом твоим, что не сбудется, то позабудется. Почему же ты плачешь, красавица? Или мне это только чудится? Скромные подарки, Валерий Петрович Никонов. Итак, Андрей Политов и Эд Валак. Эти люди сотворили и сделали нашу подтанцовку. Александр Демидов только, надеюсь, вы помните его еще, он только довел это совершенство. Итак, снова перед вами. Специально для Татьяны, в день ее рождения. Две прекрасных девушки, ты можешь на ней тоже танцевать, у тебя это прекрасно получается. Надо. Итак, специально для вас. Я прошу внимания. Итак, Валерия и Наташа.
остальные, если сможете поймать так немножко слова, подпевайте. Хорошо? Позади оставит маленький город. Смешно, конечно, но только в пути я пойму, какой мне был город. Ну а пока скорость набрал, мой поезд весело мчится. Этот фуктон я сорву, чтоб кран и зайду, чтоб к нему возвратиться. Маленький город, полярные зори, с улицами три дома, с лицами старых и новых друзей, да более родных и знакомых.
подождите еще, закончите. У вас еще 5 часов выступлений. Сюда приезжаем редко. Нет, Болгаров, ты видишь, не команда, клад. Егоренко начал сочинять песни и петь их сам. Вот это не знает! А теперь прощальное. Искак, ну ты вообще только сочинил, а я им не перепел немного слова. Ты можешь, ладно, не умничай, я все время говорю, что это я свои песни пишу, сам перебираю. Дорогие друзья, дело в том, что команда Чернобыльской атомной электростанции пишет сценарий прямо при вас. И еще, вот допустим, что Искак постоянно смеется. Сейчас ему будет не рассмешивать. Итак, дорогие друзья, просьба для награждения. Сегодня утренний праздник, а муж вроде как не поделит. Я так подумал и решил, ну и поэтому тоже наш праздник, поэтому приз. Итак, выходи, Андрей, выходи. Итак, дорогие друзья, вы знаете, как индейцы вратаются. Андрею вручаются туфли самого богатого человека Украины, бывшего члена ЦК ВКСМ Украины и также Сына Союза. Да, Татьяна сказала, что серые туфли мне более близки. Вот вчера фильмы поняли, говорит, народу много, но ты единственный бизнесмен, потому что я за одну русскую девушку просил 2 финские. Поэтому что, все меняйтесь. Дорогие друзья, дело в том, что мы еще свою программу не закончили. Если вечером вам станет скучно, вы можете набрать по телефону 43-20. Дорогие друзья, и ваша мечта встретится. Только для вас, только для всех. Игра по фанеру работает. Это чуть позже, это сейчас вам пришли, с утра вот это. Специальная песня написана на прощание. У нас появилась другая идея, Сергина. Надюша, послушай, вот ты же знаешь весь наш репертуар. Я вот это сказал слишком хорошо, знаешь, потому что Гнездило собирает все мои песни, даже которые я писал в коляске. Поэтому на твой выбор.
Любая песня, которую ты... Которую ты заказываешь? Да, прямо сейчас, на взлет. Нет такой песни. Нет, была такая песня, есть, к сожалению. К моему собственному сожалению. К сожалению, Калина находится в тюрьме. Неудачные опыты с Рейкетом, понимаешь? Поэтому она с принцем с Никола вот такой. Чужих песен мы не поем. И лишний раз, давай тогда ты кружишь, ты спросим Андрея. Какой он для колбиты скажет? Я боюсь этого консультанта, он сейчас заставит меня еще брюками меняться с гнездилом. Нет, я прогнездиловал. Андрюша, песня, ты же полностью перелопатил весь наш репертуар. Что ты делаешь? Я понял. Мы готовы подыграть любой женщине, которая выйдет и будет петь вместе с нами. У нас со словами туго. Заполярье, где там вот кричащие Гагарины, Марины, где они? Ну, давай, не бойтесь, что? Идите. У подруги день рождения, вы здесь сидите умничаете. Где этот солист смешит? Итак, специально так не сделали. Специально только сегодня день рождения. Хор, так называемый хор, который вчера вы видели с новой песней. А где слова? Вы знаете наизусть? Откуда я знаю, как начинается? Заполярье это круг. Заполярье это я, Заполярье это он. Хорошая песня, слова простые. Снится сон, Заполярье я влюблен. Эти горы и леса заплыли на века. Заполярье это круг, Заполярье это рай. И мороз похожий вдруг теперь Заполярье это не круг, это дикая тут. Итак, Марина и Гагарина, спойте. Итак, мы еще раз говорим, что мы присутствуем на дне рождения. И Заполярье, как они сверкуют в вашей песне? Спасибо, Валерий Петрович, спасибо, Андрей Александрович. Но мы не заканчиваем. Сегодня специально для нас еще выступает еще одна супергруппа, на мой взгляд. Это люди, которые для меня стали определенным открытием. Вы сами знаете, насколько я трепетно отношусь к женщинам. Здесь я впервые увидел смену знаменитой Кольской команде, которая на месте, если я не умру до 50 лет, будет приезжать на весной 2002 года. Итак, я предоставляю слово людям, которые спели специально для свою песню. Итак, песня «Дисней» в исполнении группы, я все время забываю ее название, но в общем что-то с лайфом. Гербалайф! Экстра лайф! Ай-яй-яй-яй-яй, глаза закрою.
Чтобы не мучились, я сразу вам представляю мисс Дисная 94. 2004 года. Итак, повнимательнее, особенно Ленинград. Скоро больше не будет. Вот она. Эта девочка будет мисс Дисная 2004 года. Мы закупаем этот год сразу, чтобы не спорили. Спасибо. А затем Дисная песню написала Марина. Да, а для тех, кто не знает, кстати, новое название группы Дюна – это Кербалай. Поэтому вы сами поняли, что появились новые наши, все наши артисты. Ну все, в общем-то, давай, Марина. Руководи. Все. Нет, подождите, скоро Белоярка приедет. Люди, ау! Люди, ау! Ладно, ну я сейчас скажу, что потом я не смогу же ничего сказать. Я буду сейчас писать, вся в соплях, в ротовых платках. Так, раз, два, три, встали, 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 встали. Я решила, что это будет мое последнее день рождения. Больше я справлять не буду, потому что лучше не будет, а хуже я не хочу же. А я женщина капризная, поэтому... Большое вам спасибо. Подожди, мужу еще пиджак подаю. Надо ему одежду не собрать. Я вам отправлю в Чернобыль. Буквально можете с собой взять, приодеть вообще, чтобы хороший не приехал в новеньком автобусе. Но мы сейчас не о нем вообще, и обо мне даже. Вадим, пожалуйста, Леш Гаврилова, наши туфли. Каковы сегодня день рождения, я не знаю вообще. Каково вы будете больше любите, меня или Кирилла? Любим на ребятам, где Кирилла будет нанесла чаще. Я ему денег не дам. Ну вот сбивают. Я хотела сказать, что я всех вас очень люблю. Спасибо вам большое. Может быть, я вас больше не увижу? Нет, я хочу умереть самой некрасивой. Поэтому я не о том, что я... Меня не будет. Просто жизнь такая штука. Мало ли что случается, правда? И вообще загадывать не надо. Пусть она как идет, так и идет. Поэтому я вас всех очень люблю. Всех хочу встретить в Литве. На поляне встречать. Ну а потом так, потихоньку в марте следующего года на Рубиной. Что я вас всех люблю. Спасибо большое. Сейчас наша будущая мисс 2002 Лиричка хочет вам всем рассказать о том, что происходит в квартирах, в домах, когда мужья уходят за пивом. Итак, встречаем группу Extra Life и за пивом! Когда уж пошел за пивом,
Да,
Дай на лыжи загадай. Да, ребята. Чем ты не Вагончик, вагончик тронется, а он останется. Тронется. Друзья, ребята, пока.